Для уничтожения экономической мощи России западные спецслужбы разработают план под кодовым названием «Приватизация». А российские младореформаторы, прошедшие стажировки за границей, воплотят этот план в жизнь, скупив за бесценок крупнейшие оборонные предприятия, заводы и фабрики, конструкторские бюро и институты. После чего все эти гиганты индустрии, обеспечивавшие безопасность России, ее мощь и славу, будут приведены к банкротству и полному упадку. В стране появятся те, кого впоследствии журналисты назовут олигархами. Именно они помогут Западу развалить российскую экономику, уничтожить национальную промышленность и сельское хозяйство и стать хозяевами несметных природных богатств некогда великой державы, приобретя их по дешевке.